Нельзя допустить, чтобы забыли тех, кто дал нам возможность жить, творить и мечтать. Цепочка не должна оборваться. Нам необходимо рассказать следующему поколению о подвиге их прадедов. Задача каждого из нас – передать детям пример мужества и самоотверженности героев войны. На наших тренировках ребята не только занимаются строевой подготовкой, но также проходят школу туризма и школу выживания. Наша команда заняла первое место в республиканской военно-спортивной игре «Победа» и участвовала в финальной игре, которая проходила в Москве. Руководителем команды стал бывший ученик Татьяны Иннокентьевны Дамтинов Саем, который пришел к ней в кружок в 7 классе. Вчерашние дети выросли и воспитывают своих детей. Но пока в Бурятии работают такие педагоги-профессионалы, у нас есть уверенность, что будущее поколение вырастет сильным и готовым постоять за свою родину.